должен нас подвинуть. Будущий пилот тандема. Как там правильно? Сын, батько, я скоро буду пилотом. Когда ты был маленький? Еще вчера буквально кричался. Это фронталка. У меня там ничего нету случайно мокрого. Это фронталка, кричал ты. Смотри, какой ты взрослый. Да, спасибо. Тандем, ребята, поехали. Поехали. Да я сейчас буду кричать, я отвечаю. Я не буду сопротивляться своим эмоциям. Конечно. Пошли. Это у Марни. Затяжечка. Сольный пилот Антон. Руководитель полетов Иван. Посмотрите, как красиво. Посмотрите направо. Внизу картошка растет. Внизу картошка. Вот так. Ну, там Саша вот на ребеточке сидит. Нас наверху потряскивает. Ну, это ничего, это маленькая термичка где-то какие-то поточки мы ловим. Ну, в общем, вам все понравится на этом видео. Офигительным пилотом, своим руководителем, да, Иваном. Он вам покажет, что он умеет и чему учит нас. Приезжайте в наш клуб летать «Крыло ветра», самый лучший круг в Питере. Вот произошел отцеп, и теперь, поехали! Вингоер! Нет, высота маленькая. Оп, вингоер! Посмотрим на крышу. Это просто... Вы не представляете, ребята. Мне скоро блогером надо будет становиться. Да. Я... Если вы увидите где-то такое лицо такое, это не переживайте, это все будет нормально. Это про... Я не понимаю, у меня русский или не русский, или грузинский, или армянский. Я вообще не понимаю, на каком языке говорю. Ну, в общем. Я даже почти не кричал. Ну, все, до свидания. На этом все.